Матроскин, спасибо, что означает, когда по-чеченски вы пишете текст и добавляете цифры? Это вот как раз та проблема введения вот этого кириллицы в наш язык. Вообще, это опять-таки мое субъективное мнение, мое такое личное наблюдение, но я считаю, что когда вот эти вот в языке, в письме какого-то народа появляются вот эти двойные, тройные буквы, это говорит о том, что что-то вот с этим письмом, вот что-то не подходит этому народу. Мое такое вот субъективное мнение, может кто-то с этим поспорить. Например, там у немцев, да, есть три буквы, дают один звук, Ш. Но мое мнение, что это ненормально, это вот что-то, значит, как-то они до такой степени они пытались вот что-то пристроить и начали вот колдовать с этими буквами. И вот в чеченском языке тоже начали колдовать с этими буквами, потому что в чеченском языке очень много звуков. Просто крайне много. Я не знаю, в каком еще языке есть столько звуков. И эти звуки, естественно, на эти звуки не хватает тех букв, которые есть в кириллице. Соответственно, надо, а как-то надо эти звуки изображать. И вот начали заниматься вот этим вот. Не знаю даже, как это назвать. Ну, в общем, ерундой начали заниматься, придумывать какие-то символы. И такие буквы, как, например, звук А, этот звук изобразили просто палочкой. Палочки, ее нет ни в клавиатуре, нигде, поэтому ее изображают единицей. А потом такие буквы, как там Х, Г, эти буквы начали совмещением других букв, то есть Г и А дает вместе типа звук Г. Там, в общем, вот эти вот все моменты. И на самом деле мне очень жалко тех людей, которые не чеченцы и должны, если им придется изучать чеченский язык, ну, это жесть просто. Вот с тем, как сейчас дела обстоят, это очень сложно просто разобраться в письме даже. Очень сложно. Поэтому я, конечно, сторонник того, что от этой кириллицы 100% надо уходить. Я наверное, не, по моему мнению, что для нас было бы идеально перейти на латиницу. Это мое мнение. Может быть, неправильно. Может быть, там кто-то скажет, арабская вязь для нас ближе. Может быть, не знаю. Пускай решают специалисты.